لكن والده Мы на въезде на территорию автомобильного батальона со стороны техпарка. Девятнадцатое октября 2021 года. Вот прямо как раз сюда, на территорию техпарка, заходим. Здесь проходит за спиной дорога. Вправо центр Люкенвальды, налево на выход из Люкенвальды. Прямо поле. И там просвечивается вон желтого цвета магазин, это Маркауфт. Раннего там не было. Пройдем. В эту сторону. Здесь тротуар с правой стороны. Дорога асфальтированная. Что-то здесь будет строиться. Что-то будет тут. Какие-то объекты. Быть может, связано с биотехнологическим парком. Вот с левой стороны. С левой стороны нам просматривается здание, там территория радиозавода по ремонту средств связи. Вон там некоторые объекты проглядываются уже. А предполагаю, это и будет территория относиться к этому парку. Мы как-то проходили уже здесь, может быть, год назад. Здесь были боксы автомобильные. Вообще территория, которая вот здесь справа, слева. Ранее это была территория лагеря военнопленных. Шталаг 3. А, 3А. Шталаг 3А. Ну, ранее. До 45 года. До 1945 года. Ну, а потом здесь разместился автобатальон. Вот уже объекты на территории радиозавода по ремонту средств связи. Цветы похожи на ромашку. Мелкие, высокие, зато много. Ну, немного. Вот они какие. Девятнадцатое октября. Пасмурная погода, но солнышко появлялось. Вот мы оттуда идем. Там мы начинали наше видео. Тут уже фонари освещения от мачты. И вот фонарь. Проведена тут канализация, проложена. Водопровод. Осталось только застроить территорию. Ветерок небольшой. А времени начало 12-го. Но с правой стороны ничего нет. Ни одного объекта, который напоминал бы нам о размещении автомобильного батальона. Там на центральном въезде, там где казармы были, как бы еще, как бы дорога
сохранилась брусчатка. Дорога, крытая камнем, мощенная. И аллейка, там деревья, можно как-то определиться. А прямо как раз там будет кладбище погибших узников этого лагеря. Лагеря Шталаг 3А. Здесь деревья были большие, их срезали. Молодняк тут вырос, кусты какие-то. Молодые деревья. А здесь огорожено нечто отстойника или элементы очистительных сооружений. Мы как-то здесь проходили, там еще был экскаватор. Стоял. Помню. Гул стоит, там дорога проходит. Дорога на Берлин направо, налево, на Гетеборг. Ну и далее, скоростная дорога. Мы оттуда идем. Ну, посмотрим на это. Отстойник этот или что уж такое. Вот еще водичка уже. Хотел сказать, уже камыш начинает расти. Это сточная вода тут сбежала по ливневке, по ливневой канализации. Да, это примета пандемии коронавируса. Это гидрант пожарного назначения, или же противопожарного. В эту сторону дорога пошла, там начинается парк солнечных батарей. Ну вот, в общем-то, мы посмотрели. Вон проходит линия электропередач высоковольтная. Уже можно ориентироваться по ней. Мы прошли с вами на угол или же вот на территорию техпарка войсковой части автобата 11620. Да, самый угол или самый конец территории. Здесь сразу вот, еще раз напоминаю, соседи были радиозавод по ремонту средств связи Бекенвальде. Осень золотая. Золотая или даже, судя по этой картинке, красная. Красная. Всем всего доброго, до свидания, до новых встреч.